Ну что, всем привет! Приглашаю вас прогуляться по боту-помощнику. Наглядно, вот так вот со скриншотом после оплаты у вас появится около 25 разных категорий, подборок и тем. И что интересно, для глэмпингов и баз-отдыха мы сделали не просто список мест, а целую презентацию, в которой есть фотографии, есть ссылки, они кликабельные, и есть стоимость и вместимость. Очень удобно, если я бы сама выбирала, то мне бы хотелось посмотреть на фото. Но в целом все категории сделаны в формате списка. Те же самые глэмпинги можно посмотреть в формате списка. Дальше. Нажимаем, например, «Отдых для пар». И у нас выходит категория «Необычное свидание» или «Где сделать предложение». Я нажала «Где сделать предложение», и здесь у меня есть множество вариантов. Вот, это облегчит жизнь мужчинам точно. Есть категория «Секретная промо», но ее я открывать не буду. Дальше смотрим тематики, бюджетные места для отдыха. И вот мы с вами, допустим, выбрали биатлон, нажали, и можем перейти по ссылкам и забронировать. Все очень удобно. И таких вариантов около 150 на любой вкус и случай. Пользуйтесь.